12 по 15 октября во Владикавказе проходил Всероссийский фестиваль боевых искусств «Мирный Кавказ среди юношей», где выявляли сильнейших во многих видах спорта – джиу-джитсу, самбо и другие. Также на соревнованиях выступили и спортсмены армейского рукопашного боя. Участие в нем приняли и двое юных каспийчан – Магомед Дайтов и Гайдар Далгатов, которые являются воспитанниками клуба армейского рукопашного боя «Легион» на базе школы номер 9. Двое учеников стали первыми. Также за выход в финал попались с нашими же братьями, с клубом «Варьор», «Махачкала». Ну, такой клуб, который и на республиканском уровне у нас конкуренция с ними очень большая. За выход в финал, и в финале как раз наши ученики с ними встретились. И чуть-чуть нашим больше повезло, чем им. Магомед Дайтов тренируется в клубе «Легион» уже 8 лет. В фестивале боевых искусств юноша выступил в весовой категории 45 килограмм и возрастной 12-13 лет. Как признается Магомед, из трех боев сложнее всего для него оказался финальный. Своим умением и навыкам он благодарен своим родителям и тренерам. Спасибо своим тренерам за то, что обучали меня с 6 лет. С первого класса я начал ходить к ним. И благодарствую своему отцу за то, что открыл меня на этот вид спорта. Магомед Дайтов и Гайдар Далгатов по итогам всероссийских соревнований стали обладателями первых мест, а также поясов, медалей и дипломов. Сейчас воспитанники клуба готовятся к покорению новых вершин. Они планируют принять участие в ежегодном турнире памяти братьев Нурбагандовых.